на работу, чтобы не ходили по путям в неположенных местах. Каждый день я насколько это опасно. О правилах поведения на железной дороге еще раз напомнили жителям сотрудники отдела транспорта и связи администрации города. К сожалению, многие пренебрегают правилами безопасности и ставят под угрозу свою собственную жизнь. На станции Химки провели уже ставшую традиционную профилактическую акцию. В мероприятии приняли участие активисты «Единой России» и «Молодой гвардии». Отдел транспорта и связи с сотрудниками административно-пассажирской инспекции напоминаем пассажирам о том, как опасно находиться на железнодорожных путях в несанкционированных для этого местах, что очень опасно переходить железную дорогу в тех местах, которые для этого не предназначены, что обязательно нужно пользоваться только официальными пешеходными переходами, либо подземными, либо надземными. Подобные акции проходят в Химках регулярно. Соблюдение правил безопасности на дорогах и железнодорожных путях необходимо для сохранения жизни и здоровья. Это ответственность каждого из нас. Дмитрий Бочаров, Елена Тараненко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.